Все, говорит, свою снарягу на форель настроил. Да, вот он, форелевый турнир. Ежегодный форелевый турнир. Хочу принять участие, да. Дисклеймер. А доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это Страйдер в Бали. Я тебя сразу предупрежду. Предупреждаю. Что я почти сразу записываю вторую серию, то есть предыдущая вышла буквально час назад, там некоторые комментарии я уже почитал, но не все. Возможно, ты написал позже, я их не увидел. То есть, ну, в этой серии, скажем так. Ну, я их-то увижу вообще, но, может, не в этой серии их учту. Но увидел, что про пруд. Мне очень понравился, человек подсказал, что в среди построек есть пруд, можно сделать пруд и туда уже запускать рыбок и вообще и все такое, как бы, ну, ага. Значит, 42. Непонятно. Так, что я хотел? Посмотреть новость. Да, поставь телевизор, посмотреть новости. Прогноз на завтра. Солнечный, ну, естественно. Предсказательница нам говорит. Ежегодный форелевый турнир. А где он начался? Я хочу участвовать. Так, Сильверхат, я собираю данные по связи между щелочностью почвы и уровнем фруктозы в выращенных на ней плодах. Короче говоря, мне нужна свежая дыня с твоей фермы. Если занесешь мне ее, буду очень благодарен. Да без проблем. У нас, кажется, было такое задание. Подождите, перенести Диметрусу дыню. А, цветную капусту. А у нас есть дыня? А у нас еще нет дыни. Так, а что открыто? Не надо. Да, а это... Взял, сожрал помидорку. Да нет! Да нет! Китя, отойди! Так, это мы налутали. Это вот сюда-сюда. Это мы забираем. У нас что-то выросло? Нет. Так, поливаем все ништяки. Алло. Поливаем. Оп. 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 Так, а где форелевый турнир? Почему мне не сказали? И как в нем поучаствовать? Я рыболов, я как бы, ага, блин, форель я тут могу. Сейчас только я полью все, естественно. Стучит, блядь. Что стучит? А, это, блин, я вообще забыл, что она тут башню строит. Башня нужна, да, надо цыпочек как-то подкармливать наших. Давай котику нальем попить. Так, ну вот это вот осталось полить фигню. Нифига не видно, где полил, чё полил. Чё-то полил. Вот это не полил, кажется, да. Вроде все полил. Давай сразу лейку заправим. Так, а форелевый турнир, а где он проходит? Бля. Так, еще нам нужна дыня и этот, цветная капуста. Так, а турелевый. Форелевый. Турнирная форель. Я хочу поучаствовать очень, очень сильно, между прочим. Так сильно, что даже помидорку съем.
Может даже две. Хотя... Лучше вот так. Пойдем посмотрим, может в календаре напишут. Королевый турнир. А где он проходит? Так, держи. И пойдем Кирку отдадим. А, слитки я забыл. Пойдем возьмем слитков, отдадим Кирку на этот, на переработку. Кузнецу. Пока я ее не юзаю, пока я ей не пользуюсь все равно. Как раз 10 вроде работает. Вот здесь должно быть у нас, да? Погнали. Надо сходить, ну на, ну нет, ну не на пляже. Форель, она же, это же речная рыба, подожди. Ты меня не путай. Тихо, микрофон, не уходи никуда. Ты меня не путай, форель это рыба, которая в реке живет. Немножко микрофон в кадре, но так меня зато хорошо слышно. И так я просто иногда я не замечаю, как я вот так вот сползаю или поднимаюсь, из кадра ухожу. Я вот, допустим, предыдущую серию этого супермаркет-симулятора записал, я там вообще в кадре сполз куда-то и не заметил. Так и вот смотрю на микрофон, он меня вот перед ртом держит в тонусе. И чувствительность на нем правильная сейчас. Чтобы не слышно было, как у меня ноутбук работает сильно громко. Так, улучшить инструмент. Стальной топор. Медная, да, забирай Кирку. Так, форелевые турниры, где? Ну, вряд ли на пляже. Вряд ли прям на пляже. А если карту открыть? Мне кажется, вот здесь. Мне что-то так кажется. Либо вот здесь, либо здесь. Я что-то... Давай на пляж попробуем. Нет. Значит, пойдем выше. Я очень хочу поучаствовать. И почему меня не пригласили? Ну, значит, здесь. У реки. Да? Нет. Так, подожди-ка. Ага, узнал, блин, называется. Так всегда ее нету, когда надо. Так, хорошо, если не здесь проходит турнир. А где? А как? Два дня форелевый турнир. Ну, может, здесь? Ага. Все, говорит, свою снарягу на форель настроил. Да, вот он, форелевый турнир. Ежегодный форелевый турнир. Хочу принять участие, да. Подробнее события. Может принести с собой. О, два дня. Ух. Но это все, ребята. Вы, конечно, извините, но главный приз забираю я. Головарь это не то, правда.
пофигу. Ну, тут вы, ребята, конечно, не с тем связались, рыбаком. Я тут мастер рыбной ловли. Хер пойми, какого ранга. Щука, нет. А можно форель? Давай, давай, рыбка, иди сюда, иди к папочке. Форель. А! Форель. Радужная форель. О, золотой тикет. Так, так, нормально, нормально. Похоже на форель. Так, хорошо, а получить награду? Набор с палаткой. Только на улице. Ладно. А что еще? Подожди. А что? Я думал, выбрать можно будет. То у меня только набор с палаткой и все. Больше ничего не дадут? Как-то странно. Я думал, будет на выбор. Там удочка уникальная, шапка, может, чем-нибудь такое. Тихо. Спокойно, мистер рыба. Опа, еще форелька. Опа. Серьезный какой-то пацан. Щука, наверное. Да, щука. Прям смотри, чисто золотые и фиолетовые. Фиолетовые это же самая крутая, да? Ну да, она прям, слушай, прям гораздо больше дает. Я так понимаю, круче фиолетовой звездочки нету. Да? Но я хочу форель. Я хочу радужные эти еще. Вот эти золотые штучки. Опа. И сундук, так сказать, и рыбку съесть, и сундучок достать. Поговорка есть такая, да? Ну, ты понимаешь, о чем я. О, 6 жоду, слушай, это прям хорошо. Так, жоду надо колоть в очень удачный день, потому что я, кажется, в удачный день колол, и там прям много мне выпало. И там и золото выпало, и что только не было в этой жоде. Или, ну, может, я, конечно, сам себя убеждаю, но мне кажется, это так работает. Да ты... Алло! Успокойся! Кстати, что это такое? Солнечник. Сорвалась. Эх, блин, жалко-то, жалко. Это, кстати, приезжих, да, многие? Я их не видел, некоторых персонажей. Кстати, знаешь что? У нас с тобой есть 1000. В целом она, ну, не лишняя, естественно, но она есть. И мы можем с тобой ее кое-куда потратить. Ты уже понимаешь, да, куда я хочу? Естественно. А то я для превью делаю себе соломенную шляпу каждый раз, типа на голове. На превьюшке. А персонаж мой без шляпки. Давай что-нибудь сделаем, какую-нибудь купим шляпу. Да, что ты делаешь? Старая добрая кепка, например. Маргаритка нет. Арбузный поводок. Давай старая добрая кепка. Вот так вот. И... Опа, ля, в кепочке теперь бегает. Ну... Зовите меня крутой. Теперь я буду на превью в кепке. Хотелось бы, конечно, соломенную шляпу, как у меня на превью. Было бы круто. Ну ладно. Кепка тоже прикольно. За деревом спрячусь, буду рыбачить.
Давай вообще в ту сторону. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сюда. Надо скушать какую-нибудь рыбку сейчас одну. Да-да-да, давай-давай. О, ох, какая. Серьезная. О, еще тикет. Пойдем отдадим. Тройной эспрессо. Тройной эспрессо две штуки. Немного горячий. Так, мы сейчас вот это скушаем. Одну щучку давай съедим. Ну и в принципе хватит. Мы пойдем дальше ловить. Так, уже два у нас билета. Но награды разные дают, это хорошо. Я думал, просто будет опять палатка, палатка, палатка. Ну тогда вообще не интересно. Это до скольки ловим, ребят? Я могу долго еще. Так, щука, ну не выпендривайся. Гадина какая. Камни. Ну, камни тоже хорошо. Трясется. Ох, водоросли. Так, водоросли, мне сказали, понадобятся для крафтов, поэтому водоросли это у нас ресурс, а не еда. Как я думал изначально. Ну как, это и еда, конечно. Водоросли полезные, кстати. Всякая там ламинария, что такое. Клюнуло! Кого? Один он что-то стоит, болтает. Что мастер. Надо, кстати, посмотреть, что делать с алмазом. А, подожди, один алмаз я отнес. Это я точно помню. Так, на тебе еще билет. Высококачественный спиннер. Вау. Это прямо, это вау. Прям без шуток это вау. 8 смежных клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О-о-о-о, это кайфовый спиннер. Кольцо у нас есть такое. Может его продать можно. Алмаз прикольно. Так, давай дальше ловить. Слышь, я что-то прям мне нравится. Вот это мне нравится ивент. Это прям то, что я хочу. Попалась. Лещ. Ладно, давай до 11 порыбали, мы домой пойдем. Поплыл светлячок. Хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп. Микрофон убегает. Вот. Ах ты щука, гадина какая. Так, давай вот так.
Тише, давай без херни. Надо тебя поймать, там сундук, ты чего? Вот ты щука, а? Покоя не дает. Ты посмотри, какая. Туда и сюда, и туда. Рубин. Морозная живода. Кузнеца ее разбить можно попросить. Ничего себе. Так, ладно, пойдем. Сейчас еще нужно все загрузить в сундуки. Дети, а вам домой не пора? Вы как-то это... Так, кстати, шеф, на тебе подарок. Нет, на, вот так. Подарок, спасибо, пожалуйста. Я думаю, рыба тебе нравится. Так что кайфуй. Блин, ну в кепочке мы модные, кстати, парень. Но, честно говоря, так себе. Пойдет. Давай скажем так. И по дорожке быстрее бегает, да? Или мне кажется? Так, ну это мы... Вот так давай сделаем. По ресурсикам. А где я дел? А где я дел все водоросли? Я их продал, что ли? Блин, слушай, походу да. Ну я, конечно, молодец. Так, ладно, туда они будут жить здесь. Водоросли. Алмаз вот здесь. Вот так сделаем. Вот так сделаем. Вот так. Так, а это мы продаем. На кольцо нельзя продать, жалко. Так, а куда фиджет спиннер поставить? Слушай, может сюда? А я могу его крафтить? Нет, пока только обычный. Да там пляж, кстати, тоже классный. Так, ну я хочу фиджет спиннер точно поставить. Давай вот сюда, наверное. Вот так вот. И пусть стоит. Все, погнали спать. Да-да-да, ложимся спать. Фермерство. Так, о, высококачественный спринклер. Ну, фиджет спиннер, короче. Пресс для сыра. Забор из твердой древесины. Нифига себе, с мотыгой, с лейкой. Спасибо. Вот, фиджет спиннер, это прям классно. Ё-моё, сколько мы бабок подняли. Это вам не письки на заборах рисовать, конечно. Так, что у нас сегодня? Прогноз погоды на завтра. Солнечно. Очень рады. Королева суши-роллы. Научились суши-роллы делать с кайфом. Так, подожди, спринклер. Ебать. Я думал, будет попроще. А что такое очищенный кварц? У нас есть хотя бы не очищенный кварц. Так, Гюнтер может вам рассказать, переработать. Переработать надо. Ой. А вот... Подожди, нужен что? Переработанный кварц же? Очищенный кварц. А как кварц очищать? Чисто в теории я попробую, конечно. Но мне кажется, вряд ли так это, да? А, нет, да. Это действительно так просто. Так, о.
А что, собрать нельзя? Так, это... Нет. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. А это сюда. Кстати, кто-то под каким-то из роликов написал, что ферма становится все более симпатичной. Спасибо, я стараюсь. Ой, тут вообще поливается. Ой, как хорошо. Ой, вот тут вообще не пон... А, это надо косой, да, кажется? Да-да-да-да-да. Так, это мы пока... О, кварц очистился. Сильно много кварца не будем начищать. Я не уверен, что вообще нужно его весь чистить. Так, но эту штуку мы пока вот сюда закинем. А, подожди. Не сюда, вот сюда. Я пока не знаю, что с ней делать, потому что... Чоп-чоп. Отлично. Так, 9 часов. Нормально. Сюда. Да не, еще не созрело, да? Ну давай уже, заэтовайся. Нам надо рыбу еще ловить, идти быстрее. Быстрее! Сюда пока что. Так, и по сути нам что вообще надо на спиннер и еще раз на спринклер? Железо, золото, очищенный кварц. В принципе, окей, это все можно будет добыть, можно будет сделать, но это будет не, слушай, не легко и не быстро. Я думал, ну хотя не, ну примерно так я и ждал, что он будет стоить, честно говоря. Так что в целом окей. Поразбиваем жоду, отдадим рубинчик в эту в библиотеку. Так, здорово, там не готова кирка? Сегодня не успею, понял. Давай жоды поколем с тобой. Это вообще. Ну да, смотри, они прям удачно колятся. Да я тебе серьезно, надо в удачные дни просто приходить и колоть. О, какашка. Или не какашка. Просто так 20 угля. Так, спасибо, мужик. Сейчас мы в библиотеку надаем тут ништяков. Так, ну давай, передать находки музею. Какой-то... Так, вот это мы положим вот сюда, наверное.
Вот так вот. Это непонятно что. Ну, как-то так получается. Подарок. Холмы, картина. Нефритовые холмы. Это вам не это, конечно. Джамбарит какой-то. Джанго! Окаменелый слайм. Ля-ля, идет рыбачить, ля какой, а? Хитрец, я сейчас тоже приду, думаешь, что я один такой умный? Сейчас мы рыбки-то наловим. Я знаешь, как вот этот пацан из мема, который... Я буду устанавливать все игры. Я сейчас такой, я выловлю всю рыбу. Такс. Это вот сюда все. Здесь не глина. Это, наверное, не сюда. Это ладно, как бы окей. Это вот сюда, наверное, больше. Так, пойдем вылавливать всю рыбу. Подожди, ну картину надо повесить же дома. Пипец, а как? Ее вешать некуда. Дайте ко мне... Да, сундучок, пожалуйста. Хотя в сундучок это сложу все. Такие предметы интерьера, вон палатка. Не, палатку не сюда. Палатка у нас, знаешь, куда пойдет? Вот, нет, вот сюда. На случай важных переговоров. Теперь пошли вылавливать всю рыбу. Кстати, один момент, подожди-ка. А, 5 штук надо, ё-моё. Почему я подумал, что типа 1 равно 1? Ладно. Так, хряпнем кофе и побежали. Оп-оп-оп-оп, пошёл. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп, шух-шух-шух-шух. Бегу, как терминатор, рыбу ловить. Вся рыба будет моей. Вся. 5. Удобнее уселся и все, можно начинать. 5. Есть, ах ты. Трес, выловил. Это моя форель была. Опа. Награду. Вот там телепорт ферма. О, телепортирует вас к ферме. А, это одноразовый предмет, телепортирует вас к вашему дому. А-а-а. Но все равно прикольно. Давай-ка вот так сделаем. Это что? Солнечник. Блин, было бы прикольно, если бы всякие такие ивентовские рыбалки были бы, ну, ежесезонные. А в каждом сезоне бы такая была. Было бы классно. Я бы кайфанул.
Оп. Сундук. Сел. Сегодня же удачный день, может еще из сундука что-то хорошее будет падать. Да, да. Yes. Сегодня вообще день кайфа. День кайфа. Вот так. Когда можешь рыбачить в удачный день, еще и в фестиваль. День кайфа. Что? Да. Угу. Но это не на него, видимо, да? Солнечник один нужен. Куда он нужен? В аквариум? Угу. Речной узелок. Клюнуло. У меня клюнуло вообще-то. Вот это вот называется клюнуло, а не вот это вот ваше. Так, резко вот так вот. Оп. Хорош, Сережа, хорош. Что это щука о себе думала? Еще, слушай, такой. Блин, они, наверное, денег стоят нормально. Эти спиннерные штуки. Ну или нет. А ты посмотри, где-то правда удачный день. Как почти каждая вторая рыба с сундуком, по-моему. Магма же. Обломок трезубца. Кинжал 5 уровня. Ого. Сила атаки увеличена на 10%. Ого. Нифига себе. Прикольно. Во всего необычного можно на рыбалке раздобыть, оказывается. Так, ну я все еще хочу. Да ты посмотри, это правда? Ну... Не достал чуть-чуть. Это правда удачный день. Ну вот я вот немножко покакал вот в этот удачный день. Так, давай вот так я встану. Вот так вот на фестиваль рыбалки. 38-я минута, на превьюшку себе возьму. Там как раз и чел пишет, клюнуло. Фестиваль видно, вот это вот. И я с рыбой стою, красиво будет. Видишь, какой я умный. Это я такой, да. За это можно и лайк, блин, поставить, конечно. Если ты еще не поставил, конечно. А если поставил, можно и вообще комментарий оставить, конечно, блин. Так, сюда, иди, рыбка. Парай, и тикет. Нет, не дали. Вот ты щука, а? Это щука 100%. Ага, я уже чувствую. Давай, иди сюда, щука. Нет, это вот не щука. Чу. Смотри, рыба чисто золотая и это и такая. Ну и такая. Фиолетовая. Фиолетовый же, да, этот цвет? Я просто, у меня немножко с цветами проблема в глазах. Вроде как фиолетовый.
очень чешется рука, то я ловлю рыбу. Как же чешется рука? Как же чешется, она все сильнее чешется, это ужас. Сейчас тут, о, почесать руку. О, тикет. Сюда его. А, нет, стой. Награда. А мне же... Чего? Это омнижиода. Я такой вообще не встречал, по-моему, до этого. У меня уже рука на мышке вспотела, как я потно ловлю рыбу, понимаешь? Как это серьезно все. Кстати, у нас очень длинная серия получится. Ну, я думаю, ты не против. Я так-то точно не против. Просто из-за того, что рыбку ловим, дни удлиняются, потому что время стоит на месте, когда вылавливаешь. Панама! Вот она! Вы получили Панама. Вот, вот. Вот это я понимаю. Вот это мужчина в Панаме. Жалко, черная, конечно. Была бы какая-нибудь коричневая, было бы классно. Ладно, черная тоже круто. Знаешь, такая Панама есть только у меня и Майкла Джексона. Ну и то, Майкл Джексон уже все. Шаришь, насколько я крут? Мне что-то почему-то, мне кажется, что Панама это последнее, что можно получить. Хотя, мне кажется, какая-нибудь удочка, наверное, последняя была бы логично, да? Так, у меня есть слоты еще вообще? Да, давай что-нибудь похаваем. 55, 33, 68, 45, 55. Давай форель сточим. Одну. Чик. Так, похоже на форель, кстати. Это не форель. Опа, щука. Не, не щука, слишком как-то вяленько. Хотя, может, щука. Да, щука. Так, до 9 половим и пойдем, потому что иначе будет супер длинная серия. Это тоже нехорошо. Я потом... Офигею, столько это все рендерить. Так, давай, давай, давай. Ну никуда, куда не надо, отстоять. Опа, форелька. И тикет. Иридиевая руда или иридиевая? Это что вообще? Экзотическая руда. А хорош чел, форельку поймал. Но это совсем не то, чего я ожидал. Места нету в инвентаре уже. Надо кофе хряпнуть. Что-то я задумался. Да, давай выпьем кофе, чтобы место было в инвентаре какое-то. Ладно, мы попробуем еще тикет поймать один. Пойдем. До 10 попробуем. Не получится, пойдем. В инвентаре там места нету. А тут еще сундук.
Вот так получается. Так, ладно. У нас уже и места нету, и все такое. Так что погнали до дому. До себя до дому. Мы еще под кофе. Мы еще в крутой Панаме теперь. О, это получается я Мияги. Посмотри. В натуре. Он же в Панаме тоже всегда ходит. И я в Панаме. Как раз в черный. Ё-моё. А я Мияги-то оказывается. Так. Опа. Так, а вот и... А, места нету. Подожди. Так, это сюда, 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 сюда. Сейчас быстренько вот это все на продажу. Это вот сюда, 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 сюда. Тоже сюда. И редивая руда тоже сюда. Это у нас вот здесь. Тоже пусть тотем и здесь. Это тоже тут. Это сюда. Тоже сюда. Артефакт. Я не знаю куда. Не знаю, дома положим, пусть лежит. Теперь смотри, быстренько вот эту штучку забираем. И забираем один вот этот и один вот этот. Крафтим резко себе. Супер крутой спринклер. Ставим его тоже вот тут. И все. И жестко идем спать. Зарабатываем 10 тысяч миллиардов денег. Ладно. Так. Плюс один к новому обращению суточка. Пробку поплывок. Искатель сокровищ. Ничего себе. И здесь мы с тобой остановимся. Заработали мы еще 2000 денег. С рыбалки вообще кайф зарабатывать бабосики. День 22. Так, здесь остановимся. Продолжим с тобой. В следующей серии, а ты подписывайся на канал, жмяка на колокольчик, оставляй комментарий и ставь лайк, если ты его еще не оставил. Подожди, почему это лежит здесь? А я тебя обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока!